ваш любимый советский фильм? Он, наверное, еще советский. «Собачье сердце». Качество, которое вы бы посоветовали развить в новом году? Нетерпимость к глупости. Ваше самое большое достижение за год? Это, наверное, не мое достижение, но я в этом году почувствовал огромную поддержку от огромного количества людей, которым я очень благодарен. И это, если говорить про мои достижения, ну, наверное, самое важное, что я достиг в этом году. Посоветуйте одну универсальную привычку для Нового года. Наслаждайтесь тишиной 1 января. Ваше любимое новогоднее блюдо? Спрашивать меня про еду достаточно нелепо. Отмечаете ли Новый год? Если нет, то почему? Я его отмечаю символически, но этот отмечаю весело. Первое яркое новогоднее воспоминание. Как нас уложили спать перед Новым годом, мы его проспали, утром проснулись, и нам сказали, что он наступил. Верили ли вы в Деда Мороза? Достаточно быстро ошибка моих родственников привела к тому, что я понял, какое это немыслимое надувательство. Расскажите про самый долгожданный новогодний подарок в детстве. Я мечтал такую машину с краном. Такие были металлические машины, и такой кран на них был, башня такого крана. Не подарили. Что будете делать в новогодние праздники? У меня есть задача закончить одну книжку, называется «Мозг и бизнес», и начать вторую — «Факт-карта для бизнеса». Что посоветуете делать вашим подписчикам? Ну, они все, ну не все, но многие получили уже машину мышления, и я надеюсь, что я доставлю им какие-то моменты радости, интереса и новых впечатлений, когда они будут читать эту книгу на новогодние праздники. Она как раз, мне кажется, в них ложится просто.